Православный календарь на август. 1 августа. Обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. 2 августа. Пророка Илии. 4 августа. Равноапостольной Марии Магдалины. 5 августа. Почаевской иконы Божией Матери. 9 августа. Великомученика и целителя Пантелеймона. 10 августа. Смоленской иконой Божией Матери, именуемой Одигитрия. 14 августа. Начало Успенского поста. Происхождение честных древ животворящего креста Господня. 19 августа. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 26 августа. Минской иконы Пресвятой Богородицы. 28 августа. Успение Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии. 29 августа. Перенесение в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. 31 августа. Иконы Божией Матери, именуемой Всецарица.